Всем привет! Сегодня обзор на кроссовки Nike Hyperdunk 2016. Верх данной модели выполнен из тонкой синтетической сетки. На носке в районе большого пальца есть дополнительная защита в виде плотной пленки. Такая же пленка присутствует с наружной стороны на шнуровке. С внутренней стороны место по шнуровку запаяно. С наружной стороны на шнуровке есть 6 нитей Flywire и 6 отверстий под них и 2 отверстия вверху. С внутренней стороны одно отверстие, 6 нитей Flywire и 2 отверстия вверху. Сапожок данной модели очень большой. На язычке также есть еще петля, чтобы язычок не ездил. Сзади кроссовка. Для поддержки голеностопа есть пластиковая вставка. Также для фиксации ноги по бокам с наружной и с внутренней стороны есть дополнительные выступы. В подошве за амортизацию отвечают баллоны Zoom в передней части и в пятке. Протектор данной модели очень цепкий, хорошо держит паркет. Если хотите приобрести данную модель или есть вопросы, ссылки внизу в описании. Всем спасибо за просмотр.